Смотри, допустим, у тебя аттестат 80. Ты можешь написать, какой у тебя аттестат. 80 плюс-минус 80. Потом, прикинь свой стартовый уровень по языку. К примеру, берем 50. По биологии, к примеру, 50. И какой ты там еще предмет сдаешь? Вот третий, давай его тоже напишем 50. Я беру какое-то такое среднее, потому что в записи, может, кто-то будет смотреть еще. Если твой целевой уровень, допустим, давай не будем брать 90, давай так, вот люди будут смотреть в записи 100%, если ты готовишься сам, ты можешь подготовиться в диапазоне 80-85. Репетитор, самый обычный репетитор, точно так же, ты сам или с каким-то там обычным репетитором, который просто тебе что-то рассказывает, тоже готовит обычно на 80-85 вот такой диапазон. То есть вот этот диапазон 80-85, он максимально реалистичный, вот как ни крути, но вот написать меньше – это уже жесткая лень, да? Значит, берем вот 80. Но чтобы аттестат сделать из 80, ну, пускай делаем 85, 90 делаем. Теперь давай так. Чтобы аттестат сделать с 80-90, ну, надо очень сильно постараться. Очень. Чтобы было плюс 10, надо прям очень сильно постараться. Если ты особо стараться не будешь, ну, самое плохое, что может быть, это будет 78 из 80. И то, в целом, вот напишите в комментарии, как бы, если у вас средний балл на данный момент примерно 80, как бы, есть ли шанс, что станет хуже намного, если вы ничего вообще делать не будете? Ну, так, на лайте будете делать домашку, списывать, там, бла-бла-бла. Ну, ничего сверхъестественного делать не будете. Без подвигов, без ничего. Значит, ну, примерно он такой же и останется. То есть будет просто плюс 0, да, а не плюс 10. Да даже давай так минус 2 возьмем. 78. Пускай там учителя разозлились, начали тебя валить, у тебя аттестат стал 78. Минус 2. Окей. Если ты просто энергию свою направила на языки и из 50 сделала 80, у тебя плюс 30. А, там, допустим, на биологию из 50 сделала 80, у тебя еще плюс 30. Здесь сделала из 50 80, еще плюс 30. Я не беру там 90, 95. Я беру то, что, ну, блин, по любому предмету даже человек сам. Ну, то есть 80-85 это реальная цифра, даже если ты сам занимаешься. Просто вот решай тесты, обращай внимание на вопросы, которые у тебя не получаются, учи их по школьному учебнику, все, у тебя там 80 будет. Суммарно ты прибавляешь уже плюс 90. Итак, у тебя есть возможность прибавить плюс 90 к тому, что есть на сегодняшний день. Вот ты живешь в реальности, где есть, допустим, 230. 50, 50, 50, 80. Это 230. Ты к этому можешь прибавить плюс 90. Ну и пускай будет минус 2, потому что ты в последнюю очередь занимаешься домашкой. Ты на нее почти подзабила. Так я не говорю вам на домашку подзабивать. Просто ты приходишь со школы и какой-то день выделяешь, и занимаешься в первую очередь ЦТ, подготовкой ЦТ, ЦЭ, а потом, когда ты все, что тебе нужно, сделала, там, тестики порешала по биологии, по языку, еще раз говорю, если вы возьмете просто сборники ЦТшные, будете их там решать, находить, что вам непонятно, и просто по учебнику доучивать, даже сами без репетиторов, на 80 там, можно подготовиться. И занятие со мной это про то, чтобы было стабильно больше, чем 80. Потому что у нас мы детально видим тему, за счет которой можно создать результат 100-бальный. Вот.
Все, ты в первую очередь должна заниматься тем, где ты получишь прирост в 90. И ты можешь пожертвовать этими 2 баллами даже. И, ну, глобально ты поступишь туда, куда тебе надо. При этом ты глобально будешь знать, как достигать нужного результата. За счет чего? Это на жизненную такую переложить. Вот ты делаешь одно и то же, но в одной организации платят за это 800 рублей, а в другой организации платят за это 4500. Ты куда будешь ходить? Там, где платят 800? Ну или, допустим, медсестра с высшей категории уходит на работу, получает 400 рублей, да? 600, 600-800, да? И есть возможность устроиться в медцентр, инвитро, синево, где-то, где кровь забирают. И там зарабатывать, допустим, от 2000 ближе к 3 и так далее. Ну, некоторые же люди этого не делают. Делаешь, в принципе, одно и то же. То есть ты делаешь внутривенные инъекции, еще и так далее. Но оболочка другая. То есть если ваша цель, допустим, вы понимаете, что вам надо финансовую свою ситуацию улучшить. Вы посмотрите просто, где крутятся вот эти объемы, куда идти. В плане подготовки ЦТ объем баллов, который можно легко прибавить, крутится тут. В плане поступления. Вот где взять баллы на поступление? Вот здесь, по этим 3 предметам. Вложи основную энергию туда, не в домашку школьную, потому что ты пишешь, вот ты приходишь, делаешь домашку сразу же ту, которую в этот же момент задали, плюс готовлю еще к другим урокам на следующий день. Херня это все. Полнейшая. И у тебя выходит где-то один день в неделю, чтобы посидеть за биологией. Это бред. Все должно быть наоборот. Сначала ты всю энергию вкладываешь в подготовку к ЦТ, потому что тут куча баллов просто. Греби лопатой их. А потом ты делаешь домашку по остаточному принципу. И ты все равно все успеешь. Понятно? Все. Лайк, подписка, если понятно. Кто там на Ютубе смотрит.